народу, потому что на телевидении надо понимать, хороший, плохой, мажор, бедный, там, из народа, не из народа. Вот. Но я-то чувак как бы очень многоскилловый был. Я там в детском доме пожил, поторчал 5 лет как бы. То есть не сказать, что я, а питерская интеллигенция, там, сноб какой-то. И абсолютно был как бы не заточен под такие проекты, потому что я не умел там себя правильно подавать. Я не умел общаться со старшими абсолютно. Потому что я все детство провел где-то во дворах, в детском доме, еще там в подвалах и крышах. И поэтому, в принципе, никакой ты был не мажор. Никакой я был не мажор. Вот. То, что я не умел как бы угодничать, как-то красиво говорить с продюсерами, да, там, нравиться всем, не умел. Ну, правда, не умел.